Собравшиеся пытались выработать единый алгоритм действий для соцработников и граждан, чтобы оформление субсидий и дотаций проходило без проволочек и административных препонов. В общественной палате убеждены, что этот механизм позволит снизить эмоциональный градус, который нередко вызывает конфликтные ситуации. Люди должны четко понимать, какую справку в какой службе должны получить, какие документы предоставить для оформления материальной помощи. В России сейчас действует около 100 программ социальной поддержки населения, имеющие федеральный, региональный и муниципальный статус. Прежде всего, палата использует один из таких серьезных рычагов – это общественные бесплатные юридические клиники. Целая сеть общественных помощников-консультантов. Используя опыт экспертов общественной палаты и взаимодействует с администрацией, потому что создается структура народных контроля. Помимо встреч с активом, палата планирует провести общественный форум «Гражданская позиция», где будут обсуждаться не только проблемы жителей курорта, но и пути развития города как туристической столицы России.